Я 2 дня провела у Любови Ра на таком непростом, интересном тренинге, курсе, связанном с родом. Сегодня мы плели рододар, вот это мой такой, с ракушечками, бабочками и жемчужинками. А вчера мы делали расстановку, связанную с родителями, с мамой и с папой. На самом деле работа с родом – это один из сложнейших и глубинных процессов, который очень сильно позволяет продвинуться вперед человеку, особенно если на сознательном уровне каких-то подвижек нет, например, там в работе или в личной жизни что-то стоплится, то очень часто проблема, источник кроется в родовых историях. И мне очень понравилась вот эта 2-дневная программа. Во-первых, за счет очень такой семейной, теплой, небольшой группы мы как-то очень смогли за эти 2 дня раскрыться друг перед другом. И, во-вторых, мне очень понравилось взаимодействие с любовью. Мне кажется, у нее имя такое вот не просто так – любовь. Очень чувствовалась любовь и внимание к каждому человеку и каждому участнику, какой-то свой подход, свои нужные слова. И для меня тоже, как ведущая, да, тренингов, я понимаю, что такое работать через поток, и через любовь, и через Бога. И для меня, конечно, любовь вот открылась именно с этой стороны, потому что она работает через любовь, и через поток, и через Бога. Мне кажется, это самое важное в любом курсе. Кому бы я посоветовала пройти это мероприятие? Да, наверное, разобраться с родом важно всем без исключения, и мальчикам, и девочкам. Запаситесь терпением, вот, когда плетешь вот такую штуку, она очень понадобится. И действительно, оказался очень мощный опыт сконцентрироваться, увидеть, где там путаются нитки, где ты не можешь это терпеть, где ты внутренне брюзжишь. Какие-то такие штуки вскрываются, они не очень лицеприятные, но в виде их можно над ними работать. Поэтому мне очень было полезно, очень сильно, очень зашло. Даже пришлось свой концерт благотворительный прогулять в Петербурге ради этого мероприятия, и оно стоило того. Вот поэтому, если вы сомневаетесь, идти или нет, не сомневайтесь, приходите. Рекомендую всем и каждому.